Всем привет, друзья! С вами мы. В общем, сегодня у нас 23 августа. Это значит, что у нас сегодня у Матвея день рождения. Родился он у нас, правда, в 5:30 вечера. Вот, так что еще пока не родился. Еще пока ждем. Но на самом деле поздравили его, конечно, с утра. Он сегодня пораньше встал, потому что ждет уже с самого утра, что к нему придут гости. И, ну, ждет пару-тройку ребят, так скажем, да, то есть неизвестно еще, все ли придут, но вот он ожидает троих, а придут все или нет, не знаю. Вот. Сегодня мы решили, что, собственно, у нас шашлык на вечер, поэтому у нас баба Люся приедут к вечеру, когда уже Алеша с работы придет, потому что все-таки рабочий день, понедельник сегодня, поэтому будем к вечеру печь шашлык. Вот. Хочу сделать еще, ну, закусочки какие, я не знаю, помидоры с сыром, наверное, с чесночком сделаем. Вот такого вот плана закусочку сделаем. Да так помидор порежем. Ну, что к мясу надо, собственно? К мясу надо овощи, поэтому вот так и будем. Не знаю, может быть... Не может быть, а точно мы решили с дедом, по крайней мере, что мы запечем еще картошку на мангале и кабачки, наверное. Вот это вот может быть. Может быть еще и кабачки. И хочу я еще баклажаны, чтобы он мне маленько запек. Хотя бы несколько штучек сниму и засолю заранее, чтобы они это горечи-то не было никакой. Вот, вот это вот то, что мы хотим, а как получится, покажет день. Вот. Сначала подумала заморочиться с пиццей для ребят, потому что раз они рано придут, они уже в обед есть захотят. Вот. Но что-то как-то по продуктам посмотрела, меня даже сыра не хватит на пиццу. Вот, да и уйдет на это полдня, поэтому решили все-таки просто мы доехать до кулинарии. У нас кулинария очень хорошо печет, и набрать им выпечки, да, то есть там сосиски в тесте взять, просто чтобы они перекусили в обед, а уж вечером тоже шашлыком будем угощать. Вот, пироженки им возьму, да, тортик надо будет взять. Короче говоря, с готовкой я заморачиваться сегодня опять-таки не буду. Да потому что устала уже. Если я сейчас заморочусь с этим, то будет такая опять суета и весь день на кухне крутиться. Мне к вечеру сил никаких не останется праздновать даже и гостей встречать. Поэтому как-то вот так решили более рационально. Тем более сейчас мне надо еще сыр делать. Поставила кастрюлю, уже сычужный фермент налила. Сейчас буду зерно вымешивать. Короче говоря, с молочной продукцией только провожусь еще до 12 с этой, с переработкой. Вот, и, в общем, чтобы себя не загонять, решили съездить и купить. Вот, дядя Сережа сейчас звонит, бабушка разговаривает, поздравляет тоже его с днем рождения, да так вот они беседуют. Тетя Пана вчера у нас доехала вечером, тоже присылала сообщение, что это в поезде уже. Так, а дед-то у меня что делает? Я прям сейчас дойду и покажу вам, какой у нас золотой дед. Пойдем. Кстати говоря, о погоде. Опять сегодня ожидается 34 градуса. Все так же зной, но пока еще 10. Сколько сейчас? 10:30, наверное, утра. То, в общем, дед у нас с утра успел уже пополивал. Теплицы все, в том числе даже виноградную прошел. Огурцы-то тоже, ага, поливал. Вот, и вот он, смотрите, чего делает. О, прибирает мои помидоры за меня. Убирай, убирай все, да, их тоже обрезай. Че их сохранять-то? Новые будем делать все равно. Вот, так что он сейчас тут красоту наведет. Ну, прям говорю, не дед, а золото. Ой, это все заросло. Да. Надо вот в такое состояние привести. Вот, решила с этим мне помочь. Сегодня виноград хочу снять на стол. Такие вкусные эти ягоды уже сладкие. Вызрел. Так рано вызрел виноград. Ну вот. Ой. Ну а я что? Я пошла сейчас, мне надо кухню маленько прибрать, хоть пропылесосить там. И займусь я одним очень вкусным рецептиком. Для вас обязательно вы вечером посмотрите. Я надеюсь, сегодня Алеша выложит. В общем, буду делать соус очередной.
пока не раскрою вам тайну. Ну, я думаю, вы сами вечером, когда... Ролик сначала на том канале должен выйти, поэтому вы увидите. Ладно. Но я все равно пока не говорю. Вдруг сегодня не выйдет, и я вам все карты открою. Поэтому готовлюсь, короче, к съемкам вкуснейшего рецепта. Так что вот так. Фима пока еще просыпается у нас, лежит, игры играет свои. Вот, баночки стоят у меня, надо будет это все спускать. Одну баночку мы, правда, открыли, поели, попробовали, ну все, нормально. В общем, кто у кого автоклав, тоже домашний стандарт, до 100 градусов доводите, 5 минут и выключаете, тогда нормально. Получается, огурчики, сейчас я вот вам достану, попробую с краешку тут. Вот руками-то лезу, да, поросюха? Видите, они какие, не развалистые. И шкурка нормально так похрустывает маленько. В принципе, я бы даже до 2 минуток сократила выдержку вот эту. Не буду передать сейчас. Это аппетит нагоню себе. Вот. Такие дела. Так что огурцы вроде как прибрали. Одно ведро сегодня дед вам полное индюкам нарезал. И, блин, говорю, то ли брызгать, то ли не брызгать. Просто если они продолжать будут плодоносить в таком количестве, я уже не знаю, куда девать эти огурцы. Вот. Хотя с весны жаловались, да, что огурцов мало. А сейчас вот подумываю, надо еще меньше сажать кустов, потому что заваливает. Опять, не знаешь, и выкинуть жалко. Ну, будем индюков кормить. Не будем даже на это переживать, просто будем брать и изрезать для индюков. Что делать-то? Ну, раз нам не надо больше. Нам больше не надо. У нас уже хватает засолок всяких. Все, пошла вам рецепт новый снимать. Давайте. Увидимся позже. Ай, вот такие вот мы блюда привезли с кулинарии. Все, свеженько. Не урони, не урони. Держишь так. В общем, сосиски в тесте им купила. Пиццы, растягаи. Кока-колу взяла им холодненькой. Не урони, Фим, бегаешь. Вот, и, в общем, отправила все это наверх. Они наверху в Матвейной комнате, ребята, пришли. Уже двое пришли, сейчас еще одного ждем. Ну, так наверху у них. Давай, иди. Там стаканы есть, должно тебе хватить. Есть там, есть, там 5 штук тебе хватит. Иди пока. Спросишь, какой стакан, только спроси. Ой, в общем, вот так. Отмечает молодежь. Алёша поехал сейчас на работу, потом приедет, так мы с ним еще за тортиком съездим. Сейчас ему некогда было. Он меня только до кулинарии на 5 минут довез и все. Но зато все горячее отхватили, прямо с противня достали. Горячущее все едят, свеженько. Так хорошо получилось. Сейчас пробовать. Второй раз уже в кемале, он уже подостыл. Ой, вы знаете, такой соус есть невозможно. Язык проглатываешь. Это какая-то вкуснятина необыкновенная. Короче, ты рекомендуешь. Обязательно. Ой, делать. Обязательно, обязательно. Обязательно. Вот. Сегодня к шашлыку будет вообще бомба, обалдеть, да? Обалдеть. Ой, какой соус. Так что мы не зря сегодня с утра с тобой постарались. Да, и, кстати, очень. За счет того, что мы заготовили заранее крыжовник, вот, конечно, это очень быстро все делается. Ну да, но и вот. Чем его заменить можно? Да хоть чем. Я говорю, любую кислую ягоду можно брать. Базилик чувствуется. Ну все, все вот. Прям, идеальное сочетание, букет, да? Букет. Ну, да, раскрывается. Ну. Так что делайте. Рецепт скоро. Или сегодня, или завтра выйдет. Ткемали будем делать теперь всегда. Просто супер получилось. Мы в пути. Это уже второй раз. Потому что сначала мы в кулинарию, говорю, ездили. Потом Алеша торопился, даже ничего не снимала. У нас какой-то ураган поднимается. Смотрите-ка. Все летит. Все кружит. Вон чего творится. Похоже, сейчас будет гроза какая-то, да? Да, Палыч? Ну, наверное, подует. Лишь это... бы это... Гроза ураганит, ураганит. Грозу лишь бы не было там урагана. Ну, что-то как-то нехорошо подвихряет. Вот, и, в общем, поехали мы сейчас. Слушай, а что ты сюда свернул? Мне надо заголовка. Ну, к Наталье тоже надо, кстати. Ладно, езжай к Наталье сначала. Может, я тогда в Курико зайду, да и всю штучку 5 возьму. Ага, на неделю хватит. Надо головы купить, нет голов. Надо зайти к Наталье сыру взять. Хочу я натереть сыр. Свой не успела сделать. Ладно. Немножко натереть чесноком. Охота сегодня фаршированные помидоры-то сделать все-таки. Ну, а я что дома успела? Я успела картошку
сделала со специями и поставила в духовочку под масло все запекать, в общем. Бабушка следить осталась. Вот и все, а дед сейчас пойдет шашлыки печь, лишь бы ему не помешал вот этот ураган. Не знаю, куда это все. Да, Фималик? А мы еще на Вайлдберрис заезжали, так что... Ну, там на обзор будет кое-что, покажу потом вам в обзоре уже. Подписчики, очень сильные ветер. Да. Так, что еще нам надо? Надо будет потом еще за тортиком заехать. Наверное, ребятишкам один тортик возьму и нам один возьму. Чтобы на стол. Вообще, бабулюсю потом в 5 часов Алеша поедет за ними. Такие планы. Так что пошла я сейчас к Наталье зайду. Сосиски Фиме возьму, да сыр. И за головками. Ой, крупный. Крупный попался. Приходится рубить вот таким топором. Шашлычки начинаем печь. Вот такая вот красота, две решеточки. Ребятишки уже ждут. Так что, ну так, я пошла сумки разбираю. Потихоньку сейчас, может, арбузы им нарежу еще. А может, мясо подождут сначала, не знаю. Как захотят, сейчас спрошу. Вообще-то уже 4:30. Сейчас Алёша уже за бабой Люсью поедут. Вот. Это мне медовичок? Да, тебе медовичок. Почему весь-то? Отрежем сейчас тебе кусочек. Подожди, я стол вытру, все в шашлыке тут, слышишь? Подожди сейчас. Тортики взяла, Валерий взяла. Под птичье молоко я люблю такой. Медовик взяла и Прагу взяла. Вот такой ребятишкам. Они любят шоколадный, сказали. Вот, ну а там арбузик. Газировку еще от Фадея вам взяла, Миринду. Наверх унесешь тоже. Вот, такие дела идут. Есть? Хлеб есть. Мы отвыкли хлеб поесть. Давай, дед, начинай тост говорить, я пока хлеб. А где именинник? А именинника? Он все наверху. В камеру скажете, он увидит. Да. А, он увидит, да. Да, давай, поздравляем, будет смотреть. Так, именинника-то нету. Я уже сказала. Сказала? Ну ладно, собрались дедушки, бабушки, именинник праздный с друзьями, но мы его поздравляем тоже с днем рождения. 15 лет. 15 лет человеку. Юбилей. Вот так, здоровья ему, счастья, всего хорошего. Еще бы хороший. Давайте за его здоровье. Вот. В тете Паниной тарелочке вот такое она нам блюдо подарила. Шашлык приезжала. Красиво, да? Бабушка, это бабушкина двоюродная сестра-то. Подписчики. Подписчики, ну давай. Кто не знал, мы создали свой ТикТок. Да. Теперь они знают. Скажи, дедушка шашлык сделал классный. Вкусный лайк за шашлык. Да, вот. Ладно, все. Садимся. Давай садись. Будем, все здоровы. Это крепкая. Друзья, гостей мы отправили. 15 минут 8-го. Но они в 7 часов где-то уехали у нас. Ой, жарище, слушайте, ну невозможно. Прямо парит все. И в доме нагрелось, да, Ива? Все, сейчас вот это все разгребать буду, прибирать. Полная раковина у меня вообще. Вообще на работу еще. Теперь до 8 надо все убрать. Ну, температура спала, 28 показывает. Вот, ребятишки. Матвей все еще с друзьями, представляете, в 10 утра гости пришли, все еще тусуются они, ходили куда-то на гору на турники там, крутились, вертели, сейчас им отдала тортик Прагу, нарезала, они едят, в общем, в беседке и еще общаются. Вот такой у него веселый день рождения сегодня. Да что вы там, сослик едите? Съел, молодец. Сейчас я девочке что-нибудь тоже дам вкусненького. Вот. Такие дела. Так, ну что, друзья, под конец дня посмотрим на именинника. Ну, покажись, именинник, вот он. Пришел наконец-то. Понравился ли день рождения? Да. Да? Друзья хорошие приходили? Да. Да, вот, видишь. Тебе тоже вкусно все было, да? Да. Вот, шашлычки вам еще на завтра даже. Очень вкусно, мне не знаете, это такое, я не знаю. Фима, не дури. Вот, так что все, Матвея поздравили, день рождения справили, все дела сделали. Осталось сейчас мне достать чистую посуду из посудомойки.
еще немножко составить грязной. И в общем все. Иду спать, уже устала. Все, давайте до завтра прощаемся с вами всем. Что мы делаем, а? Только от меня. Всем удачи и здоровья. Пока-пока. Давайте до завтра.